Итак, сейчас у нас будет небольшой обзор тех же пирогов, которые я брала в прошлом году. Вот, только сегодня по акции 1 плюс 1. То есть один огромный плюс подарок идет мини. И вы видите, мини это формат такой-таки большой, не совсем маленький, поэтому акция получается очень выгодной. Итак, что у нас тут было выбрано? Пирог. Ну, написано Троицк, но вроде там было иначе, ну, название на сайте. Вот, я позже напишу тогда информацию по каждому пирогу, либо могу ссылку даже прикрепить. Так, курник. 1,2 это значит половинчатый, ну, то есть мини. Вот, то есть сам пирог побольше, он был бы больше. Вот. Все пироги я выбрала без свинины. Так, Кирк Аромо. Вот, и названия, естественно, у них, они на сайте другие. Вот, классно. Это я помню, что-то с киргизским связано было. Я дико-дико хотела попробовать этот пирог. Так, и кокос. Ну, это сладкий. Шикарный. Боже мой. Это, по-моему, единственный сладкий, либо я брала еще один побольше. Так, ну и большие пироги. Аромат от сладкого просто сильнейший. И обычные пироги стандартного размера, они в больших таких коробках, то есть вот можно сравнить. Маленький и большой. Если вложить угол к углу, то маленький совершенно не отличается от большого. То есть примерно 10 сантиметров. Да, отличие. Так, в итоге, что у нас тут? Морковный торт, пирог, торт. Как хотите, так я скажу, называйте. Вот. Дальше у нас идет курица, яйцо, лук, рыба, огурец. Вот такой вот большой. Отлично подойдет сейчас под пикники. Акция действует с 1 числа по 10, как указано на сайте. То есть информация не с неба. Вот. Так, это яйцо с луком. Действует на все пироги, как я поняла, то есть при выборе я указывала все, что я захочу, и, естественно, акция включалась. Вот. Если что, я думаю, там есть служба поддержки, но мне ни разу не приходилось обращаться вот, при заказах, что огромный плюс, значит, все ок. Так, сейчас я все это сфоткаю и сделаю обзор, ну, то есть попробую, напишу отзыв и скину ссылочку для ознакомления, если вы хотите.